Сегодня школьники села Кусак немецкого национального района не вышли на учебу. Образовательные учреждения закрывают на неопределенный срок. В Кусаке по-прежнему нет тепла. На календаре 22 октября ремонт котельни продолжается, говорят местные. К тому же в минувшие выходные на территории села произошло несколько порывов теплосетей. Фонтанирует. Это нас ждет на каждой улице села. По словам жителей Кусака, в этом отопительном сезоне трубы в их домах еще ни разу не нагревались. Люди греются с помощью обогревателей, а социальным учреждениям приходится закрываться. Прежде всего, работу прекратили в детском саду, сегодня в школе. Вчера учительница позвонила вечером, сказала, что в школу дети не идут. В школе холодно. Сегодня у них будет педсовет, там будут решать, как. Ну, домашнее задание будет, вот как у нас зимой уже было, вот ЧС. Отправляли домашнее задание смс-кой. На прошлой неделе глава села Виктор Палкин сообщал, что тепло должны дать в четверг, 18 октября. Но отопления нет до сих пор. Новые сроки запуска котельной руководителю не озвучивают. И по словам Палкина, ситуации в селе в последнее время никто из районной администрации не интересуется.